Понятно. Вот к вопросу, что сюжет находит сам себя. Вот. Суточный паёк. Иду, стоит. Какой-то пропарюга, видимо. Так, по виду пропарюга. Видите, кому война, кому мать родна. Ну, лучше места не найти, да, вот здесь вот на выезде из города. Суточным пайком торговать. Ну, если это какой-то человек нуждающийся, да, не ворующий, как говорится, а получающий, то можно по знакомым распихать, там где-то объяву дать. Как говорится, проще реализовать. А это чисто вот, как разворовывается российская армия россиянская. Вот он сюжет из нихрена, раз я появился. Это вот про что я говорил, да, чуть выше. Вот чем нравится документалка. А уж ваша позиция — делать его, давать ему ход в эфире, не давать. Ну, это уже дело как бы вашей совести, вашего желания, да, и так далее. Ну, а интерпретация сюжета и общественное мнение для этого и служит. Может, блин, есть такие же люди, да. Может, профсоюз торгующих суточными пайками тут залупится, скажет, что мы армию порушим. Может быть. Но это все уже фактом снятым не имеет отношения. Задача документалистики — зафиксировать факт, как говорится, подать его в надлежащем качестве. А уж интерпретацией занимаются прокуратуры, там прочие, да, службы тыла и так далее. Это не наше дело. Наводнение. Газ прём. Прём, газ прём. А там комса. Обратно в город по дороге. Что-то накатано новое. Знаете, сейчас я буду молчать просто. Можно музыку наложить. Хорош, я уже много наговорил, когда сюда шел. Эта серия не запланирована, ну пусть будет. Мне туда вот. Кто хочет звука на Бусти, пожалуйста, там полный формат, комменты, побольше статичных планов. И некоторое авторское отношение, ярко выраженное в условиях минимальной цензуры к тому, что вокруг. Здесь я не могу себе позволить роскоши данной. Роскоши свободы человеческого общения с вами. Это роскошь общения с подобными себе, да? У Высоцкого, помните, песенка «Гербарий»? Кто ее не слышал, послушайте. Великолепная песня. Вот еще одна. Мой род млекопитающий, а класс уже забыл, да? Давил я их, ловил. Но вдруг я в насекомые, как говорится, сам нечаянно попал. Над всеми экспонатами приколотые планочки. Все чисто по-научному расписан класс вид.